В 2005 году, нет, в 2004 году европейские газеты оповестили о громкой археологической сенсации. В Виттенберге при раскопках огорода Лютера найден его туалет. Ну, естественно, у каждого человека это есть туалет, понятно. Вот. А в чем сенсация-то? Сенсация в следующем. Что Лютер своим друзьям говорил и писал, что он всю жизнь страдал запорами. И поэтому и большую часть своей жизни провел в туалете. И Лютер признавался, что тезисы эти реформации написал в сортире. И вот теперь протестанты говорят, мы нашли родину реформации. И директор музея Лютера в Виттенберге говорит, это святыня, мы его восстановим. Но я никогда не решусь воспользоваться им. Для меня это святыня.